Всем добрый день! Сегодняшнее видео будет интересно тем, кто ищет для себя что-то недорогое и эффективное не только для борьбы с морщинами, то есть для омоложения кожи нашего лица, но и для борьбы с такой проблемой, как отеки в области лица. В частности, отеки, припухлости в области глаз, темные круги под глазами, мешки под глазами, скуловые мешки. Итак, меня зовут Валерия, сегодня покажу очень простой, доступный рецепт, который помогает не только омолаживать нашу кожу, но и бороться с отеками в области лица. И для этого нам понадобится два недорогих аптечных препарата, а именно глазные капли Таурин и гель Траксирути. Уже традиционно предупреждаю вас, что вы, когда приходите в аптеку и спрашиваете Таурин и Траксирутин, вам могут предложить более дорогие аналоги. Например, Таурин вам могут предложить в виде капель Тауфон, которая обычно в несколько раз дороже, чем капли Таурин. На самом деле это одно и то же. И это же касается Траксирутина. Спрашивайте самый недорогой отечественный Траксирутин, поскольку вам могут, например, предложить Траксивадин, и вы снова-таки заплатите в несколько раз дороже. Итак, самые доступные, самые недорогие препараты Таурин и Траксирутин. И давайте я буду показывать вам смесь, которую я иногда готовлю для кожи век. Для этого нам понадобится еще основа. В принципе, можно смешивать просто сам Траксирутин и Таурин, но, напомню, Траксирутин обладает вот таким вот желтоватым оттенком. И когда вы его наносите в чистом виде, особенно если вы светлокожая, ваша кожа может приобретать вот такой желтоватый оттенок. И не всем это комфортно, не всем это приятно. Поэтому нам понадобится еще какой-то уходовый крем, на основе которого мы и будем делать нашу замечательную омолаживающую противоотечную смесь. Кстати, хочу сразу сказать, что эта же смесь великолепно помогает нам бороться с такой проблемой, как купероз. Итак, таурин будет у нас веществом, который омолаживает нашу кожу. Траксирутин у нас является препаратом, который укрепляет стенки сосудов, тонизирует стенки сосудов, поэтому помогает бороться не только с куперозом, но и с отеками. А еще траксирутин имеет замечательную особенность увлажнять нашу кожу. И происходит это благодаря тому, что активный ингредиент траксирутин понижает активность фермента гиалуронидаза. Когда вы пользуетесь гелем Траксирутин, ваша кожа еще спустя время становится более упругой и увлажненной. Итак, что мы с вами делаем? Мы берем и выдавливаем небольшое количество крема. В данном случае я буду использовать крем для век. И выдавливаем где-то с две горошины или с фасолину. И к этому количеству геля нашего крема, точнее для глаз, мы с вами добавляем с горошину Траксирутина. И мы с вами добавляем, в зависимости от объема на такое количество, буквально 2-3 капли таурина. И вот эту смесь мы тщательно с вами перемешиваем. И у нас получается вот такой вот замечательный крем. То есть мы усиливаем фактически крем для кожи век препаратом Траксирутин, который обладает противоотечным эффектом, эффектом уменьшать темные круги и отеки, противокуперозным эффектом, ну и таурин у нас, естественно, будет отвечать за омоложение кожи. И смотрите, по сути, получается у нас чуть больше, чем если бы мы с вами использовали на кожу век. Поэтому достаточно даже вот крема для век сделать его в таком объеме или в большем и нанести не только на кожу век, но и на все лицо или на те участки, где у нас есть купероз. И что происходит? Крем у нас быстро впитывается, и при этом у нас нет никакого желтого оттенка, так как если бы мы с вами наносили Траксирутин в чистом виде. Итак, вот такую смесь мы с вами можем использовать эпизодически. Например, если у нас командировки, бессонные ночи или были какие-то праздники. Или мы что-то с вами съели солененького. И на постоянной основе, если у нас хронические отеки. Эффект от Траксирутина и Таурина, он накопительный. И ожидать вот такой быстрый эффект по устранению мешков под глазами, темных кругов, отеков, конечно, не приходится. Если мы с вами хотим получить действительно хороший результат, то нам хотя бы нужно пропользоваться несколько недель. Вот тогда действительно у нас будет не только
кожа омолаживаться, не только она будет становиться более увлажненной, не только будут разглаживаться морщинки. И именно такое сочетание троксиротина и таурина помогает нам наиболее эффективно бороться не только с отеками, но и с мешками. Я вам в одном из видео уже говорила, когда у нас есть хронические мешки, то они растягивают нашу кожу, и даже если мы потом убираем отеки, кожа начинает у нас провисать. Поэтому троксиротин с таурином дают наиболее сильный эффект и в плане не только борьбы с отеками, но именно и подтяжки кожи. Поэтому берите себе на вооружение вот такой очень простой рецепт и преображайтесь. Будьте здоровы!